Ну, вообще... увидишь силу бритов. Да сейчас я с ними понимаю. Почему-то игроки такого, как бы так, ну, такие средненькие, такие из нашей компашки всей. А ты еще не видел сильных игроков, которые. Ну, я понял, короче, так. Которые вообще приходят сразу и все. Не, ну я понял, так это мясом будут играть. Если они в первых хорошо играют, по сути, можно. Нет, Денис мясом не играет. Дима мясом играет, а Денис играет, он как-то придумает что-то какое-то все время новое, что-то ему интересное. Что-то не подумал. Это обошел слангу, ударил, всем додумался. Нет, почему? Ему нравятся там и танки, и инженерка, вот это как бы. Дима пойдет стандартно, у него будет блоп арта, это да. Ну, если у него получается, он играет так. Ну что здесь? Что здесь плохого-то? Если у человека получается. Чего ему менять тактику-то? Что там, да, этот пулеметик, потом какие-то да. карты. Давай попытаемся хотя бы просто попытаемся, хотя бы чтобы не рашить, а просто чтобы хоть как-то 50 на 50 карту отхватить и развиваться. Если что-то здесь кажется, получится, то уже хорошо. Хочешь, помоги мне здесь сразу вначале. Рашнем одного. Но только не забывай, потом все равно Денис тебе придет, и здесь будет это. Он очень быстро придет. А может там, в принципе, может не помогать, не ладно. Как хочешь, смотри, как сам. Смотри, как сам. Модель 24. Она немножко жалеет нас, будет пол силы играть. Никто не будет жалеть, да, давай, играй. Ну да, не забили пока. Ну не вернуться, понимаю. Здесь ты нужен здесь мясо, ты мясом нужен здесь, либо знаешь, ты здесь. Либо ты должен их это самое, они все у меня в одном месте. Ну, я понял. Я понял. Блин, вот что мне там 2-3. Ты, ну как ты что-то сделай, они ко мне уже подходят, к моей базе. Да бегу, все короче иду. Да понял, даже париться не стали. Снайперы. О, столько у нас. Молодцы работают. Ну, контроль круто, да. Ой, достал. Не. Один отправился. А, они только захотели, два раза. Само собой. Кеттон стоит у тебя. А. Кеттон стоит, да, на месте. Да, да, да. Ну, это гадский нужно, наверное. Так, я в первую фазу. Блин, на себе у них. Прикинь, какая у них дальность, а? Козлина. Ой, сдох. Блин, добил. Вылези, вылези, вылези из дома. Да, да, да.
Да не, они не вспомнил силы играть. Мне это не важно. Мне на это наплевать. Я играю для победы, они тоже. А как они играют? В полсилы или в полную? Это меня не волнует. Они должны париться. И я не парюсь. Я играю. Я убил лейтенанта. Молодец. А он меня так вынес. Да? Я? А, ну здесь ничего дает. Там первая фаза надо, да? Я не помню, как это делать. Не, ну, говорю, сейчас они типа дадут разыграться, потом сразу так пойдет. Нажимай. Я поднажал. Не может. Ну, так, просто было не надо, так. У меня нормально все. А, ну не совсем, я же пытаюсь уменьшить. Или сам. О, черт. Вторая фаза. Тихо. Успел. Костя успел. Все, у меня вообще все супер. Ну, они... Так, у меня вообще все супер. Вторая сейчас. Что-то вторая фаза, у меня вторая фаза сейчас будет. А то сколько фаз тебе, да? Костя, я ничего не понимаю, что ты говоришь. Фаза, здесь его фаза, да? Фазы? У меня все есть. Нет, фаза. И что? Это, боя. Что фаза боя? Фаза боя, сколько всего? Нет. Смотри, там написано. Все. Я беру. Давай. Я беру. Все, я их прогнал. Вторая фаза есть. А, ну все, фаза исследована. Фаза исследована. Ну все, я его отменил. Ну то же самое, да. Все, тут вообще все слито. А мне кажется, специально это делают. Ну все, они слили. Мне кажется, они специально это делают. Я не знаю, что они специально, они просто слились. Давай в следующий раз мы за бритов сыграем. Просто за немцев здесь немцы сильнее здесь всегда были. Тут нельзя, как говорится, просто так вот. Я же помню, ты тогда выиграл у меня. Все, я же... Ну... Ты молодец. Да, что-то здесь не так. Все здесь так. Просто Дима не закрепился, я его продавил. Ты поддавил Дениса, чтобы ему не дать закрепиться. И все нормально. Не совсем, нет, прыгай. Ну, само собой, он будет прорываться. Давай, давай. Ну, что делать? Я закрепил. У меня лечилка есть там. Там сейчас сам это сломает. Второй к тебе сейчас придет. А вот и второй активизировался. О, второй собрал бобину. У него уже там уже один сапер даже есть.
Хрена себе, мы тут полка отнял. Ко мне тоже идут, что ты хочешь? Эх, лечилку задел, сама отправлю. Он у меня даже пулемет целил на ходу. Это в пантеры уже были. А пантер это здесь нет, ты знаешь? Ну ты понимаешь, о чем я говорю. Нет. Паша, где вон и пантеры ставил? Ну да, да. Спасибо, что чинишь, смотрят. Клинки должен быть. Так, где-то. Ой, надо не убивать. Пантера Фьера. Ну и все. Ой, больно-то пошли. Еще пантера привели, даже не на первого. Едет пантера. Так, я от тебя ухожу. Минки там на тыка где-нибудь. Никуда не я. Ну ты, я же тебе говорю, ты же хорошо играешь, отлично, все супер. Раз, я застрял. У парня бубойцев нет? А парня бубойцев-то нету? Что это нам побил? Капитан давай, ну и капитан. Ну тут вообще у Димы вообще жопа. А что он делает? Да, вон. Осторожно. Какая война? Die Männer von der Reserve halten einen Angriffstrupp für uns bereit.
Нужен так. Ну, попробую я сделаю, но он далеко. Делай свой, у тебя же тоже есть. Habe ich jahrelang geübt und was mache ich? Ich laufe der Gegend rum. Wir geben uns in Position. Oder wo sind die? Mannschaft meldet Kampfbereitschaft. Ja, ja. Jawohl. Hier stoßen. Oh, 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 da wird das schon. Oh, oh. Biggie, Biggie. Was? Pack 38 bereit. Pack 38 bereit. Sie haben bis zuletzt für ihr Vaterland gekämpft. Вообще очень боится, смотрю. Пашка не убьет, он же ворога. Да, лох. Ой, вон это, слушай, ну. Наказать их. У меня, слушай, бомбежки есть, могу кинуть за них. Не-не-не, в себя, себя, себя делаю. Готов. Вынес он пак. Не пак, это. Гребаный миномет. Так, Матильда у них там в центре. Где-то жгудит. А, да, так, вот тебе. Если чего, есть это 300 топлива. Держись осторожно. Все нормально, но мы по точке. Они должны наступать. А извини, если я качаю паки, не как качается, да? Ну, в смысле, это бесплатно. Саппорт. А, понял, спасибо. Пантовый. Ух ты, ёпарасоте. О, смотри, как красиво. А, он не делает. Unseren vorgelagerten Stützpunkt Scharfschützen. Wir zermalmen sie mit unseren Schanzstiefeln. Bereit zum leichten Beschuss. Macht euch kampfbereit. Schaltet die Heizartillerie. Los geht's. Schwingt die Hufe. Der Feind hat nur noch 100 Punkte. Mist. Wir haben nur noch 100 Punkte. Nee, wir ну что, сторону, да? Как у нас стоит. Все, это все. Да. Нам не дают. Ой, блин, не хочу. Пойдет и терпели. И все. Как было на там? Я ж тебе говорю, ты на этой карте клево заняться собираешь.
Да я говорил, вот. Ну, сейчас получилось. Так, у меня пак трехлучковый-то есть. А что делать трехлучевого пака? Я понимаю, нагибает только тебя. О, Матильда, вижу. Хорошо. Опа-па, слушай. Очень далеко расстояние. Что за все это хрючковое? Сейчас я сейчас очнику. Осторожный, пак остался. Они сейчас заберут. Ага, не вижу. Ну, мои ребята сейчас отбиться, во-первых. Все, это трехлучковый пас. Так что видишь, как бы ты не играл, можно всегда выиграть. И ты сыграл сейчас просто шикарно. Либо они сыграли плохо. Ну, мне кажется, либо они поддавались, либо что-то еще. Ничего не поддавались, нет. Просто на тебе говорю. Какая-то была ошибка, может быть, и расслабились. Поедет за готово. Почему так это? Ой-ой-ой. Это гнезд очень сложный, что это? Готово. Не знаю. Ага, так. Чарта пойдет. Ага, ну я уже бежали. Ну все, дальше. 500-0, это вообще, как так? Ну вот, видишь, разные игры бывают. Я говорил, что тут нельзя расслаблять булки никогда. Ну вот. Вот как-то они сдохли очень быстро. Можно сейчас можно подались. Я могу сыграть с кем-нибудь из них, а ты с кем-нибудь из них за немцев, а я за бритов. Подались, понятно, 8.